зацепили неожиданно. Опять-таки музыка Евгения Слабикова. Окрестность, пригород, как этот город зовется. И дальше уедем, и пыль за спиной завьется. Но что-то нас гонит все дальше, как страх или год. Окрестности, пригород, город, как звать этот город, чего мы тут ищем, у нас опускаются руки. Нельзя возвращаться, нельзя возвращаться на круги. Зачем нам тот город, стоящий за клубами пыли? Тот город, те годы, в которых мы молоды были. Над этой дорогой трубили походные трубы. К небритым щекам прикасались горячие губы. Те губы остыли, те трубы давно отрубили. Зачем нам те годы, в которых мы молоды были? Но снова душа захолонет, а сердце забьется. Вот купол и звонница, как эта площадь зовется. Вот церковь и площадь, и улочка, это не Тали. Не эти клёны над нами тогда облетали. Но солнце терялся среди колоколен башен. Но дом перестроен, а старый фасад перекрашен. И тех уже нет, и них мы сами забыли. Лишь память клубится над ними, как облачко пыли. Зачем же мы рвемся сюда, как паломники в Мекку? Зачем мы пытаемся дважды войти в эту реку? Мы с прошлым простились, и не зачем дважды прощаться. Нельзя возвращаться на круги, нельзя возвращаться. Но чтоб нас гонит все дальше, как страх или голод. Окрестности, пригород, город, как звать этот город? Зачем нам тот город, стоящий за клубами пыли? Тот город, те годы, в которых мы молоды.